Всем привет! Сегодня мы приготовим суфле из моркови. Итак, поехали! Берем морковь и слегка ее нарезаем. Затем ее отправляем в ковшик. Добавим чуть-чуть соли. Водички и отправляем на огонь. Пока варится наша морковь, натрем формочку маслом. Морковь взбиваем блендером. После чего берем два яйца, отделяем белки от желтков. И взбиваем белки в пышную пену. Как проверить, хорошо мы взбили или нет? Можно перевернуть. Если не падает, значит хорошо взбили. Так, временно отставляем. Возвращаем нашу морковь, добавляем к ней немножко творога. Ложку сахара. Два желтка. И опять же это все взбиваем. После того, как взбили творог, яйцо, сахар и морковь, добавляем взбитые сливки и аккуратно перемешиваем. Отправляем наше суфле в духовку при 180 градусах. Я думаю, где-то полчаса нам хватит. Ну, посмотрим по мере приготовления. Прошло ровно полчаса, и наше суфле готово. Осталось пробовать. У нас получилось нежнейшее суфле. Я уверен, что это очень полезно. И очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.